Узель, здесь мы перечисляем разные тезисы из жизни, из мира сего, и просим тебя отвечать «я люблю» на то, что ты действительно любишь, а на то, что не любишь, можем поболтать. Нам это не столь важно, потому что нам важно только то, что ты любишь, окей? Okay? Класс. Mm-hmm. Let's go. Яркий мейкап. Очень люблю. Ты сама занимаешься этим или у тебя есть профессиональная визажистка, которая... Есть профессиональный визажист, замечательный. А вот. Бывали в твоей жизни, случались случаи арт-мейкапа, когда там всякие перья? Да, я очень люблю, вот в плане лица и мейка я максимально открыта вообще и люблю эксперименты. Мы тоже. Почему нет? Давайте соединим нашу любовь. Затяжные вечеринки. О, вечеринки разные бывают. Очень люблю, но смотря какие. Ну вот та, которая переходит во второй день, потом еще продолжается, куда-то вы летите. Ну смотря летите. С кем, свадьба смотря какая-то. Где, ну, куча условий. Но в целом, наверное, все-таки люблю, да. Ну с друзьями. Я люблю скопление людей вообще. Это всегда интересно. А одна дома посидеть? Тоже люблю. Угу. Вопрос же был про вечеринки. Был, был, конечно. Душевные разговоры о будущем. Душевных разговоров о будущем не может быть. Почему? А это почему это? Только тревожные разговоры, потому что оно неизвестно. Душевные разговоры о настоящем люблю. Ну, Гузель же сказала, я не планирую. Вот и все, логично. Ну да, да. Будущее тревожно. А может быть о прошлом какие-то душевные разговоры, предаться ностальгии? Конечно, конечно. Вот это да, очень люблю. Гузель, залпом выпить литр газировки? Ой, no. Ну, стаканчик хотя бы. Так литр или стаканчик? Давай стаканчик. Стаканчик можно. А, ну, а может быть, вообще, насчет газировки и вот питания, какой-то вопрос тебе, ну, ты следишь за этим? Считаешь ли количество сахара? Любишь ли этот процесс подсчета? Процесс подсчета не очень люблю, но я люблю результат от правильного питания, вот, и, ну, наверное, можно сказать, что я слежу, да. Нам тоже нравится результат. Угу. Что не есть на ночь нужно, чтобы вот быть всегда в идеале? Что не есть на ночь? Да, вот что. Ничего я... надо не есть на ночь. Все принято. Забились. Гузель, соленая карамель. В чистом виде? Ну, может быть, ну, в чем-то, шоколадом, в чем-то например. Люблю, например, в мороженом, там, да, люблю. В кофе, например, сироп. Люблю. Гузель, точность во всем. Ой, точность во всем. А вы про какую точность? Я просто новый вопрос, я ожидал. Я к тому, что... Я хотела спросить, кстати, да. На каждый наш тезис ты всегда задаешь уточняющий вопрос, отсюда вот и... Ну вот такая, да. Я дипломат, как ты мне, кстати, сказали. Мой педагог по политологии сказал, что я была бы классным дипломатом. Ну да. Тут, знаешь, не подвидишь. Я стала певицей. Поэтому отвечу, люблю. Залипать в сериальчики? Нет. Все, проходим мимо. Быстро, кино и все, и забыли. Посмотрела и забыли. Сериала нет, онгриды нет. Не люблю долго. Я поэтому, ну, смотрю, конечно, иногда, но правда долго. Время жалко. Окей. Фоткать природу. Люблю. Какой твой любимый пейзаж? Покажешь фотки? Да, покажу. Я, кстати, редко выкладываю, очень много фотографирую. Так, пейзаж какой любимый? Я люблю равнины. Неожиданно очень. Да. Ну, простор, потому что прям для размышлений. Да. Ну окей. Когда много свободы и воздуха. Гузель, сплетничать. Смотря с кем. Смотря мое любимое. СЛП, конечно. Не люблю. Окей, постоянно быть онлайн. Не люблю. Окей. Но нахожусь. Коротко и ясно. Проявлять инициативу с мужчинами. Хороший вопрос. Нет. Даже вот ну, совсем нет, да? Чуть-чуть можно. Ну, даешь намек, как минимум. Намек, конечно, да, но... А то дальше? Первое не напишешь. Пишу иногда. О, все. Если получили. Если падает смайлик, имею в виду, пора действовать, парень. Это Гузель Хасанова и рубрика «Я люблю». Мы узнали тебя чуточку лучше. Ура. Я люблю. Я люблю.